«Союз нерушимый». Программа «Союз нерушимый» в эфире, 13.08 в нашем городе. Ведут программу по традиции Азиз Агаев и Владимир Сметанин. Да, мы напоминаем, что у нас не так давно была серия программ, посвященная очень серьезным вопросам. И у нас очень серьезные люди в студии присутствовали. Это представители православной церкви, представители ислама. И мы возобновляем эту серию программ. Но помните, мы говорили о роли мужчины в семье. Да? Да. С точки зрения православия и ислама. Мы говорили о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. Мы говорили о любви. О любви. И мы вот так все плавно-плавно подбирались... К детям. К детям уже, собственно. Подготовка к появлению детей в семье. Ну, ребенка, там, первого ребенка, первенца, да? Воспитание. Да, вопросы воспитания. Очень важные вопросы. Вложение вот основ, закладка основ... миропонимание, осознание себя, окружающих в этом мире. И мы очень рады приветствовать в нашей студии, во-первых, Нурислам Хаджи, имам села Корено Слободского района Кировской области. Добрый день. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир вам и милость Аллаху. Да. Когда Хаджи зашел в студию, сказал, где мой напарник? Да, да, да. Напарник мы под ним, под напарником мы подразумеваем Василия Песцова, настоятеля храма Иоанна Предтечи города Кирова, первого проректора Вятского духовного училища. Он с нами сегодня будет, с нами будет на телефонной связи. Да, да, к сожалению, в студии сегодня его не будет. Но мы будем прекрасно друг друга слышать. Мы работаем в любых условиях. Да, я надеюсь, и наши слушатели тоже получат возможность тоже быть с нами. Итак, семья, дети — самый ответственный этап в жизни человека, продолжение жизни. Вы мне напомните, мы уже родили ребенка? Нет, мы готовимся. Мы готовимся. Мы готовимся. Мы готовимся. Мы правильно, мы правильно женились. Мы приняли решение. Так. Мы правильно женились. Так. Мы правильно себя в семье ведем. Все. Мы уже зачали, наверное, ребенка, да? Ну вот тут как бы еще непонятно. Зачали, то есть тут вопрос подготовки к появлению, он ведь может быть и до, и после. Хорошо, давайте зачинать ребенка. Давайте начнем. Очень важно, естественно, выстраивание отношений даже не столько между мужем и женой, а отношение вообще к самому производству этого ребенка. Не как-то много... вы так обыденно сказали, производство этого ребенка. Это нормально, практично. Одно дело Божий промысел, другое дело наши старания. Понятно. Вот наше старание — это производство, а Божий промысел — мы туда никаким образом не влезем. Вот отношение к этому каково? Всевышний говорит в Коране, означающее: одним я даю девочек, а другим мальчиков, третьим девочек и мальчиков, четвертым никого. Это Божий промысел. Да. То есть, опять моя любимая татарская поговорка: «Безден харакат Аллахтан баракат». Угу. От нас действие, от Бога благословение и результат. Вот как раз тоже сюда применимо. Никто не может быть уверенным, что после ночи любви, пяти или минут любви, обязательно появится ребенок. Нет. Никакой уверенности. Точно так же никакой уверенности нет о том, что у нас будет мальчик либо девочка, либо два мальчика, либо мальчик с девочкой. Потому что Всевышний в Коране опять говорит, и посланник Аллаха Мухаммад, мир ему, об этом говорил, что вот какой пол ребенка в животе у матери, ни одно существо, ни одно творение Всевышнего не знает. И вот эти сейчас, когда... говорят, якобы УЗИ, врачи там могут предсказать, шарлатаны различных мастей могут предсказать, даже помочь тебе определенный пол ребенка загадать. Ну не, да, есть такие подходы. Не покупайтесь на этот обман. Пусть ребенок будет именно того пола, которого Всевышний даст. Любить-то надо ребенка, а не его пол. Иначе мы скатимся либо в глубокий маразматический патриархат, либо его другую сторону, противоположность, противоположный матриархат. Но ведь как... так убедительно доказывают, вот говорят там по датам, по числам, там, вот если вы вот в это время, то будет мальчик, вот если в это время будет, и все такие расчеты там на многих листочках там. Не получается. Вот женщины, которые родили реальных детей, вы у них спросите, кого они хотели, мальчика или девочку.
получилось ли, кого они хотели. А давайте мы сейчас спросим все-таки Василия Песцова, он с нами на телефонной связи, настоятель храма Иоанна Предтечи нашего города, первый проректор Вятского духовного училища. Отец Василий, добрый день. Добрый день. Добрый день. Вот хотели бы видеть, конечно, в нашей студии. Да, здравствуйте. Но я надеюсь, что наше общение удастся. И вот мы сегодня в программе говорим о подготовке мужчины, женщины, которые находятся в браке, к рождению ребенка, к воспитанию плавно переходим. Вот хотелось бы вас сейчас услышать, такой духовной подготовки к этому великому моменту. Конечно же, уже было много сказано хорошего, правильного, подготавливающего родителей к рождению ребенка. Но в первую очередь главным залогом достойного рождения ребенка является любовь между родителями, которая скреплена законным супружеским браком. И, естественно, без этого необходимого условия рождение ребенка, оно может быть глубоко испорчено, что ли, ошибочно. Но, к сожалению, это в наше время встречаются такие случаи, когда пары сходятся, не расписываются, живут беззаконным браком, потом у них рождаются дети, вот, и часто такие семьи остаются в одиночестве. Отец Василий, а что вот насчет, так сказать, предсказания пола? Вот мы сейчас, так сказать, начали это вот... Как-то заострили на этом внимание. Да? Заострили на этом внимание. Вот как вот человек может предопределить какими-то расчетами, там, научными, там, типа исследованиями? Кто будет? Вот, вот... Для меня это достаточно, как бы сказать, забавно. Потому что мы все-таки, как православные христиане, всецело полагаемся на волю, на его промысел о нас. Поэтому сам этот подход к вопросу, кто будет, мальчик или девочка, для нас не стоит. Любой ребенок есть благословение Божие для семьи, для каждого человека. Какая разница, мальчик или девочка, оба они будут опорой в будущей жизни человека. Как думаете, почему люди вот иногда хотят, вот, ну, по крайней мере, в моей жизни большинство хотели мальчика. Почему вот люди иногда хотят мальчика, а иногда вот прямо вот, вот им... Вот вы как считаете, вот есть такая какая-то разница, вот, тем более сейчас, как бы в наше время? У нас в жизни, Азиз Алиевич, много хотелок, много желаний, многие хотят мальчика, а не девочку, многие хотят такое жилье вместо такого, такую машину вместо такого и так далее. Это все хотелки человека, а все, что они далеко не обязательно, это будет на пользу человеку. Господь всегда определяет обстоятельства нашей жизни так, чтобы они способствовали нашему спасению, сохранению нашей души от греха. Вот. Поэтому есть русская поговорка. Человек предполагает, Господь располагает. А вот только что Нурислам Хаджи сказал это по-татарски. Биздан аракет. Аллахтан баракет. Да, да, да. Вы, по-моему, сговорились с Нурислам Хаджи, заранее договорились. Мы же коллеги все-таки. Кстати, и Нурислам Хаджи, да, и отец Василий, скажите, а вот стремление все-таки узнать, если уж говорим про пол ребенка, если прибегают к услугам медицинским, да, либо, как вы сказали, гадалки, там, шарлатаны, да, это грех? Да. Грех? Да. Потому что это как бы... Можно я? Да, отец Василий, да. Давайте по порядку. Если... Говорите, отец Василий, говорите.
А, безусловно, если человек прибегает к услугам, к каким-то гадалкам, астрологам и прочее, пытаясь вычислить пол ребенка, само по себе это, безусловно, грех. Само обращение к этим гадалкам, потому что гадалки и астрологи, они работают, несомненно, с темной силой, то есть с бесовской силой, и само обращение к ним есть грех для человека. Есть заповеди, есть запрещающие колдовство, астрологию, гадание. Потому что это пренебрежение силы и воли Божией. А вот если человек пользуется, ну, допустим, на поздних сроках, там, естественно, делают УЗИ, да, и, естественно, по УЗИ могут в какой-то степени вероятности определить будущий пол ребенка. В этом нет абсолютно никакого греха, потому что это обычная врачебная процедура, а искусство врачей, и их работа такая же, так же благословенна Богом, как и другие врачебные процедуры. Ларислав Хаджич. Кроме хараката в производстве самого ребенка, то есть действия, мы же можем обратиться с просьбой ко Всевышнему Создателю о том, чтобы результатом наших действий, результатом любви между мужем и женой, законным, естественно, был младенец определенного пола. Попросить Всевышнего можно, ничего плохого нет. Потому что это его прерогатива, это его промысел, и здесь мы ничего не нарушаем. А просить в свободной форме или есть какая-то специальная молитва? Тут же как вот в сердце какие-то формулировки. Или спецдуа какой-нибудь там. Вот напишем на бумаге, носи на себе и там. Не, ну тут надо очень искренне сказать Богу, ну пожалуйста. Ага. Вот, пожалуйста. То есть можно просто своими словами сказать, да, но очень искренне. А кто создал языки? Бог? Да. Он да. же и принимает молитвы на этих языках. И я знаю людей, которые, обратившись к Богу, получили результат, какой они просили. Но ни в коей мере они не прибегали к каким-то тем шарлатанским закорючкам. Нет. То есть всяким там расчетам, приемам каких-то сильная, там. Очень сильная, очень искренняя молитва. Настолько искренне там шла из глубины сердца. Естественно, было харакат, естественно. Здесь уже естественно. Был результат. Был, да. Результат, да. Вот и сейчас эти два близнеца бегают. А вот если я спрошу, хорошо, ну вот искренне, значит, от всей души попросил Бога, а он тебе дал не того пола. Значит, не искренне просил. Нет, в любом случае надо быть довольствоваться, потому что недовольство Божьей волей, Божьим результатом, это высокомерие, о котором Всевышний говорит в Коране: «Абава стакбар океана миналь кафирин». Он сам себя возвысил, неблагодарность — это возвышение самого себя, и стал кафиром неверным. Это было сказано про шайтана, про сатану. Ну да, да. Результатом которого для него будет вечный ад. Вот что значит проявление неблагодарности. Кого Бог дал, тем и радуемся. Отец Василий, вы можете подключаться. Да, да. Как в этой момент, ситуации, да. И потом, да, получается, я хотел бы поддержать. Вот я же говорю, коллега, поддерживать всегда. Да. Я вообще маленько дополню. Поддержать эту мысль, потому что я еще могу сказать, что вот на основе жизненных примеров мы, как священники, очень часто видим, что люди зачастую хотели одного, получали совершенно другого, ну, в частности, детей, допустим, хотели мальчика, первая родилась девочка, допустим, а потом через какое-то время, через прошедшие годы, они зачастую говорили, что очень хорошо, что, допустим, у нас родилась сначала девочка, потом мальчик. Человек же совсем не понимает, что является последствием его желаний, последствием его хотений. Он не может видеть наперед. А Господь, Он в сердце видит, Он видит и сердце человека, и обстоятельства жизни человека, и то, что будет с человеком. И дает человеку зачастую лучшее. Вот. Даже несмотря на то, что иногда человек просит иного. Вот. Неисповедимы пути Господни. Поэтому Господни, я думаю, что он стоит каждому из нас положиться на всеведение и помощь Божию. Ведь и история человечества, племен человеческих, знает о том, что если уж в общине в какой-то есть некое возвышение мужчины, понятно, там из-за его предназначения воевать, защищать. Главенствующая роль, да? Землепашество и так далее. То есть использование его.
принижение роли женщины в обществе, потому что женщину можно было добыть в войне, в битве, там, нападение на соседнее племя. К чему приводило такое отношение к женщине? К убийству маленьких девочек. К убийству. Когда, это мы знаем же из истории арабов, когда в их обществе было, считалось совершенно нормальным девочку, они же ее не убивали. Они выкапывали яму, подводили к ней, толкали так легонько плечиком. Она туда падала, и они ее закапывали живьем. И ислам запретил такое убийство. Первый же запрет был на убийство детей. Аллах говорит, не убивайте своих детей из-за боязни, что вы их не прокормите. Я их кормлю. Господь кормит всех. А если уж хочется мальчиков, то надо девочку, свою доченьку хорошо выдать замуж, и она приведет тебе нормального зятя. А хочется девочку, то готов мальчика, и он приведет тебе сноху. Вот такой прагматический подход. Не требуй этого сейчас, не требуй сейчас. Будь отца, будь родителем. Будь доволен тем, что имеешь. Конечно, и будет у тебя все это остальное, это что тебе надо. И девочки в семье будут, и мальчики в семье будут, как хочется тебе будет. А потом, естественно, внуки. Ну, и это правда. Знаем. Да, и это правда. Так, давайте немножко продвигаться дальше. Вот, хочется обсудить сейчас период вынашивания ребенка. Да, есть какие-то ограничения здесь для женщины, как она должна себя вести, как должен вести мужчина? Мужчина предельно тактичный, нежный, заботливый, потому что она носит его ребенка. Пророк так и говорит, что дети по отцу. Ребенок принадлежит отцу, поэтому он и заботится всячески. Когда ребенок рождается, он обязан обеспечить ребенка молоком материнским. Ибо в Коране сказано, от зачатия до отнятия от груди 30 месяцев. Это Божье установление. И если мать не может кормить сама, то обязанностью отца является нанять кормилицу. И там даже есть правовое такое положение, что вот эта кормилица, она становится родственницей, дети ее становятся запретными для женитьбы вот этому, кого она кормила. Даже вот так. И она очень близким родственником становится. Молочная мама? Да, молочная мать. Молочная мама. Молочное родство – это очень близкие родственники. Мама, естественно, старается всяческим образом пообщаться с ребенком, словесно, мысленно, создать для себя салям. Салям – это вот мир, спокойствие, вот такое. Поглаживая по животу, говорит, я Мухаммад, я Мухаммад. Это переводится как о восхваляемый. Это когда внутри еще находится. Да, ребенок. То есть она тем самым обращается к своему ребеночку, которого она хочет, чтобы он был в обществе уважаемым, восхваляемым. И одновременно она тем самым устанавливает контакт со своим ребенком. Ведь мать для ребенка – это не просто тот сосуд, который тебя выносил. Тут отношение к матери – это мы отдельную передачу сделаем, наверное. То есть мы тут переходим с вами уже на вопросы воспитания, когда еще ребенок в чреве. Отец Василий. Отец Василий, да, вот православная традиция, собственно, да, вынашивание чада. Но Ислам Хаджи рассказал много их четко прописанных правил, которые существуют в исламе относительно вынашивания ребенка. В православной церкви таких правил нет. То есть у нас нет каких-то установлений, которые определяли бы как, где и каким образом женщина должна вынашивать ребенка. Мы их не найдем ни в Евангелии, ни в канонических каких-то правилах, но в данном случае и беременность, и роды, и вынашивание ребенка, это все подчиняется общим принципам устройства христианской семьи, то есть которая основывается на устройстве христианской церкви, когда муж изображает Христа, а супруга изображает церковь. И если в процессе вынашивания ребенка
сохраняются идеальные христианские отношения между супругами. Со стороны супруга это сила, это забота, это опека, зачастую терпение недостатков или каких-то сложностей характера женщины в период родов, в период беременности, да. А со стороны женщины это, конечно, забота, любовь и покровительство как уже к своему нашему малышу, так и к своему мужу. Тогда вот в этих гармоничных отношениях, которые, в общем, достаточно свободны, то есть вот каких-то еще установлений, и церковь предполагает, что будет вынесено достойное чадо, то есть человек получит достойное начинание для своей христианской жизни. Поэтому вот не могу высказать каких-то отдельных вот положений, все должно подчиняться этим общим принципам христианского брака. Ну, давайте затронем, наверное, родимся. Может быть, проблему распространенную, когда союз между мужчиной и женщиной распадается на этом этапе по инициативе мужчины. Потому что... Обязательно. Ну, не обязательно, да. Бывает. Бывает. И ну, по инициативе. Да, мне хочется, чтобы давайте, жизненных ситуаций... Лошадка тоже бывает взбрюкивается. Да. Ну, да, тоже бывает. Как Нурислам Хаджи в этом случае? Ну, если мужчина, а он свободен в своем выборе, в отличие от женского права, подать на развод к судье. Мужчина может в любой момент дать. Тем не менее, на нем останется обязанность содержания ребенка до совершеннолетия. Это исходя из того, что он, ребенок относится к мужчине, да? Он да, является... да. С него не снимется никаким образом ответственность. Никаким образом. То есть он не сможет таким образом убежать, так сказать, перед Богом от ответственности? Он же только от жены освобождается. Да. А от ребенка никак. Причем если женщина впоследствии выйдет замуж, естественно, ребенок остается с матерью. Это право матери никаким образом не отнимается, потому что в мире нет никого более приспособленного и достойного для того, чтобы человека на первых порах его жизни воспитывать, заботиться. Простить. Да. Кормить. Ну, а если женщина выходит замуж, тогда ребенок переходит к отцу, потому что у нее другое предназначение – подчиняться мужу. А это все равно будет не родной. А в любом случае родной отец считается заранее, априори, что он будет любить и заботиться о своем ребенке. Раз он не любит мать, то ребенок-то ни при чем. Вот так разделение идет. И если она не выходит замуж, то она воспитывает до 7-летнего возраста что мальчика, что девочку. Когда 7 лет исполняется, дети переходят под опеку отца. Потому что мальчика уже надо обучать намазу, молитве. Он уже должен вместе с отцом стоять на молитве в это время. Если в 10 лет он уже не стоит, то его можно и наказывать. Если он не молится вместе с отцом, дозволяется такое. А 7 лет – это тот возраст, когда ребенок перестает быть господином, да? По китайской, да. По японской системе, да. Да. А там еще какой-то период, я уже помню, что-то мы говорили, с 7 до 14. Это когда он раб. Опять по-японски. Ну, мы же не специалисты японской мировоззрения. Вот. Девочка, когда у нее начинается хайз, то есть ежемесячное истечение крови, она становится, считается, нуждающейся в помощи, в поддержке. Опять-таки, это отец. Удивительное дело, что для отца более важно, для хозяина семьи, для мужчины, более важно знать тонкости ежемесячных истечений крови у женского состава его семьи, чем даже самой женщине. Потому что это касается вопросов богослужений, молитвы, поста, чтения Корана. То есть он как бы муфти в своей семье, на нем ответственность за ошибки женщин. Он должен контролировать. Они только подсчитывают, когда началось, когда закончилось. Они подсчитывают. А он все эти вопросы регулирует. Когда можно начать снова молиться, можно ли брать в руки Коран и так далее. И вот девочка подходит в 7 лет, уже переходит под опеку отца. На нем, потому что лежит фарз. Это фарз предписания Всевышнего, обязательное к исполнению, категорическое. Дать образование и выдать замуж.
Вот его предназначение. Женить. Дать профессию женить. Угу. Это не предназначение, это обязанность. Обязанность. Отец Василий, вот мы рассматриваем да, случай, когда все-таки вот на... Что несчастье происходит в семье, да, развод. На этапе как раз-таки беременности. Понимаете, вопрос для с точки зрения освещения его с позиции православной церкви очень непростой. Хотя бы потому, что до 20 века разводов у нас практически не было вообще. Ну, приведу пример, да, в середине 19 века Игнатий Брянчанинов, один из знаменитых святых, епископов, он писал, что о ужас, в моей епархии за прошлый год было аж целых 3 развода. О ужас, о падении нравов. Поэтому, естественно, норм, которые бы описывали, до скольки лет, как, их в православии не сформировано, да и вряд ли будет сформировано, потому что само по себе расторжение брака, независимо по чьей инициативе, мужчины или женщины, является безусловным грехом, потому что ведь в Евангелии сказано, что Бог сочетал, человек, да, не разлучает. Поэтому, естественно, поступок мужчины, допустим, который бросает женщину во время беременности, это, безусловно, грех. Такой же грех, как и при обычном разводе, но отягощенный еще и вот таким обстоятельством, что ты бросаешь своего любимого человека в период, когда ему очень и очень тяжело, как он носит своего ребенка. Поэтому, безусловно, такое поведение осуждается. Но как дальше будет воспитание ребенка проходить, как женщина будет вынашивать, это в церкви не регламентируется. Сейчас это регламентируется, ну, фактически гражданским законодательством. То есть там суд, там, с кем ребенок остается. Ну, понятно, не родился, то по маме выращивает, что мама в этом случае может выйти за другого человека, и ребенок начнет расти в новой семье. Но вот каких-то отдельных правил в этом смысле нет. Безусловно, если семья распадается, это страшный грех, страшная трагедия. Этого всячески надо избежать. Я хочу если спросить... же это случилось, я советую, конечно, женщинам такой ситуации просто обращаться в церковь, искать молитвенной помощи, потому что это больше всего укрепляет. Я скажу по собственному опыту. У меня мама осталась, сколько мне было, 4 года, отец умер, она осталась одна. В 90-е годы было очень непросто. И она нашла и утешение, и поддержку в церкви. И вырастила, вытащила одного ребенка. Вот. Поэтому ищите у Бога помощи, Господь никогда не оставляет в этих тяжелых ситуациях. Вот. А норм для таких трагичных греховных ситуаций в церкви нет. Отец Василий, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы сейчас на небольшую рекламу прервемся и скоро продолжим. Союз нерушимый. На самом деле, не так много времени у нас остается. Тема такая очень важная и большая. Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Да, Нурислам Хаджи, имам села Крино Слободского района Кировской области у нас сегодня в студии непосредственно, а на телефонной связи Василий Пецов, настоятель храма Иоанна Предтечи, города Кирова, первый проект Авиатского духовного училища. Отец Василий, у меня вот такой вопрос тогда до конца, чтобы, значит, церковь запрещает фактически разводиться, да, это грех. Значит, венчает церковь второй раз людей, которые развелись и, значит, вот пришли в церковь, чтобы снова обвенчаться? Да, венчаются. Второй раз. Церковь, безусловно, признает, что это грех, но прекрасно понимает, что иногда бывает так, что люди уже разошлись. Брак расторгнут по факту, она же не может людям сказать, что снова сойдитесь, потому что это грех, и принудительно их заставить любить друг друга. Это невозможно. И тогда церковь, к сожалению, признает, что да, действительно, люди не выполнили заповеди Божьи, люди совершили грех и разошлись. Вот. Но вот создается новая семья, и дабы не оставлять ее без церковного благословения,
в этом случае церковь снова может совершить таинство венчания, но при этом оно совершается уже даже другим чином. То есть не тем красивым чином первого венчания, с венцами, с хождением вокруг аналоя, где основной символ идет символ чистоты христианского брака, а уже чином, в котором есть ноты покаяния за несохранение первого брака, так называемый чин венчания второбрачных. На них, например, не надевают венцы во время этого чина, там есть покаянные молитвы и так далее. То есть уже есть понимание. Причем по канону, вот этот момент в канонах прописан, для человека вообще допустимо лишь 3 раза выходить замуж. 4-й брак, церковью за брак не считается в принципе. То есть это блудное сожительство таким образом получается. О, как. Интересно, а есть по этому поводу в исламе какое-то, что женщина, например, 4-й раз... Ограничение какое-то. Кто в 4-й раз? Замуж выходит. Да, пожалуйста. То есть можно 4-й, 5-й... Да, пожалуйста. Но тут, видите, ограничено сроками иддата, то есть срок ожидания после развода, после объявления развода со стороны мужа, 3 месяца ожидания для того, чтобы убедиться в чистоте, то, что она не беременная. Потому что если она беременная, он обеспечивает до родов. То есть тот же путь, что вот вы ранее написали. Да. Ребенок на отце. Никуда не девается. Его обязанность с него не снимается. Он расстается с ней как с женой, но с ребенком как расстанется? То есть это прописано, да, вот очень жестко. Если он не будет обеспечить, женщина обращается к судье, к кадыю, к мусульманскому суде за требованием своих прав, обеспечения. И даже есть такое, что вот меня, конечно, мужья сейчас, наверное, поругают мусульманские, ибо их жены не всегда знают. В принципе, даже женщина может до родов договориться с мужем об оплате ее услуг по кормлению ребенка. Ну, потому что... Любопытный момент. А тут все логично, потому что если ребенок принадлежит мужчине, да... Конечно, она должна кормить, ибо ребенок спросит в судный день с мамой: мама, что ж ты не кормила? Да. Но вот есть такой юридический нюанс, она может потребовать плату. Я сейчас за женщин. Женщины, запомните это. И кому я женщинам так рассказал, мужья, конечно, у меня уже были очень недовольны, потому что женщины потребовали там довольно солидно. Вознаграждение. Кормление-то в утробе имеется? Родившего. Я пытаюсь все родить ребенка уже. Сейчас давайте будем рожать ребенка и сделаем задел для следующей уже программы. Ну давайте, родили ребенка. Итак, появление на свет. Во время родов что? Первое. Правовое положение женщины. Если она во время родов умирает, она в степень шахида. То ей прощаются все грехи, все грехи Всевышний, все это прописано. То есть она в раю. Она как чистый лист. Она в раю, да. Вот. Затем каждая схватка матери – это неоплачиваемый долг для ребенка, которого родила. Он никогда не сможет рассчитаться. Никогда. Даже были судьи, я сам видел в Мекке, в хадже, когда... Рассчитаться в смысле в духовном смысле? Нет, не духовно, материально. Во всяком не рассчитаться. Во всех смыслах. Да, не рассчитаться. Сам был свидетелем, видел, как своих матерей на плечах носили. Отца безногого там один носил, мать носили, все. Вот в хадже для хаджа, да. И подобный случай описан из предания от посланника Аллаха, алейхиссалям, Мухаммада. Когда к нему обретутся, человек говорит: вот я маму свою в хадж все на себе относила, она все обряды совершила. Рассчитался ли я с ней? Он говорит: ты даже за одну схватку не рассчитывался с ней. И когда одна из женщин в обществе обратилась к пророку, сказала: а кому человек должен в первую очередь проявлять милость? И пророк сказал: к отцу, конечно. Женщина возмутилась: как? Он когда женился, первую ночь он опять удовольствие получил, он тяжести не носил, он получил наследника. А мне, говорит, первую же ночь было, больно было? Было. Тяжесть я носила. Когда кормила, от себя отрывала, и посланник Аллаха, алейхиссалям, говорит: конечно же, в первую очередь, матери милость. Матери, трижды сказал. Потом отцу. Но отца все равно не исключаем же, конечно. То есть крыло милости над матерью.
это отношение, вот за эти, за роды. Потому что больше нам никто ничего не даст. Никакая пробирка нас не создаст. Никакой механизм, аппарат, о которых фантасты пишут, не создаст нас. Только мать. Две минуты уже остается. А к отцу Василию все-таки. Вот, отец, конечно, Василий, да. Рождение. Факт рождения, собственно. Вот. Как нужно себя вести здесь? Что это значит вообще? Для, ну, понятно, что для православного человека рождение ребенка — это всегда огромный праздник. Если вспомнить, если Евангелие, Господь Иисус Христос говорит, что приводит пример о том, что женщина страдает во время родов, она испытывает какие-то мучения, но при этом, когда ребенок рождается, она уже не помнит всех этих страданий, вот за ту радость, когда рождается человек в мир. То есть для супруги, и для супруга это огромная радость. Но это и, конечно же, огромная ответственность. И недаром заслуга матери в рождении ребенка со стороны церкви признается настолько большой, как и заслуга отца в содержании семьи, в поддержании. Потому что фактически церковь прославляет мать за то, что она рождает дитя. И ее статус, равноправный статус, ведь в заповеди не говорится сначала «чти», говорится «чти отца и матери твоего, твою, да, долголетен будешь на земле». То есть они, «чти отца и матери», они в равной степени достойны одинакового почитания, безусловного почитания со стороны детей. И, естественно, поэтому их равное положение описывается тем, что отец семью, отец является опорой семьи, а мать является основой детей. Это равные по заслугам перед Богом, ну, как сказать, статусы. Хотите что-то добавить? Да, хочу добавить. Несколько секунд остается. Совет женщинам, которые только-только родили: кушайте финики. Это историческая, каноническая, кораническая история, когда Марьям, мать пророка Иисуса, мир ему и благословенного, родила его, и ей было сказано: кушай финики. И польза от них современными учеными уже подтверждается. Это самый лучший продукт для вашего здоровья после родов. А вот, ну, так быстро, что, вот, да, так быстро истекло время очередной программы «Союз нерушим». Ну что, договариваемся через две недели? Договариваемся. Да, уже будем. Да, через две недели, отец возиться. Василий, спасибо вам большое, спасибо, что спасибо вы были большое. С нами на связи. Бесам Хаджи. Спасибо большое, да. Ассаляму алейкум. И Владимир Сметанин. Азиз Агаев. Да. До свидания. Мурислам Хаджи, имам села Карино Слободского района Кировской области. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».